Санта на диете из морепродуктов. Селедочка, иди к папочке. Не увлекайся рыбой, Санта, иначе может вырасти хвост. Русал Клаус! Вот это сенсация! Сын Санты отращивает бороду, выбирает свой стиль, собирается на свидание и играет с эльфом. Смотри на канале Вуху, как проходит жизнь, когда твой папа – Санта-Клаус. Спокойный зимний вечер. Эльф разминает Санте плечи, младший Клаус обмахивает отца листочком. А теперь прогноз погоды. Грядет буря. Надеюсь, Санта ко всем успеет, ведь сегодня уже 24 декабря. Что? Уже Рождество? И вы молчали? Ну за что мне эта работа? Сынок, я ухожу на работу. Ой, забыл ключи от саней. Привет, Клаус-младший, как жизнь? О, мусорный пакет, как удачно. Фу, молоко испортилось. Эльф, выбрось еще и мою бутылку. Давай, мой супер-бросок. И это прямое попадание. Ты просто эльф, Джордан. Доброе утро, эльф. А вот и мой мешочек с подарками. Все, я уже опаздываю, пока. Это был мешок для подарков, а не для мусора. Упс, бедные дети. Скорее открывать подарки. Что же мне принес Санта? Что? Банановую кожуру? Но как же так? Юху, я быстрый, словно ветер. Формула-1, Северный полюс, Дакар. Упс, я врезался в подушку безопасности. Что ты делаешь, сын? Снова балуешься? Сколько раз я говорил тебе, не веди себя как олень. О, а это идея. Магия Рождества. Ну вот, ты отлично выглядишь. Вперед, вези меня, мой северный олень. Привет, эльф. Привет, Клаус-младший. Это мой подарок. Нет, мой. Отдай. Не отдам. Эльфам тоже нужны подарки. Отпусти. Стоять. Отпустите коробку, гений. Этот подарок для меня. Даже нельзя оставить подарок в своем собственном доме. Клаусу-младшему пришла пора первый раз побриться. Хо-хо-хо. Что-то не выходит. Как они это делают? Папа, научи меня бриться. Зачем? Сын, ты же мой наследник. Борода – это must-have в семье Клаусов. Не порть свой подбородок. Вот, возьми гель для быстрого роста волос. И отрасти себе достойную бороду. Посмотрим. Намажу густой бородатый слой. Пусть все растет. Пап, смотри, у меня выросла борода, как у тебя. Молодец, сынок. А что с твоей рукой? Упс. Пап, тебе нужно привести себя в форму. Ты не молодеешь. Давай будем тренироваться вместе. Приседай. Еще ниже. Представь, что ты в камине. Молодец. Жми штангу. Представь, что поднимаешь оленя. Давай, еще три подхода. Молодец, старичок. А теперь увеличим вес. Нет-нет, смотри, я уже накачал себе отличные бицепсы. Вау, молодец, Санта. Так подходит? Все, я завершаю тренировку. Идем, эльф. Упс. О, мой любимый сериал «Отчаянные олени». Последняя серия. Папочка, давай поиграем? Нет, папа очень устал. Ну, пожалуйста, папуля. Эльф, иди сюда. Вот, садись, пульт твой. Эльфик, давай поиграем. Вперед, Рудольф. И го-го. Порхай, как бабочка, жаль, как эльф. А что здесь в колпаке? Оп, попался. Смотри, олень. Оп, второй раз. Эльф, а почему у тебя такие большие уши? Ну все, Клаус-младший, ты мне надоел. Как тихо и спокойно. А кто у нас здесь?
О, а что в колпаке? Получай, изверг! Сын влюбился. Пап, смотри, мне нравится эта девушка. Да, очень красивая. Как мне завоевать ее сердце? Купи букет и подари ей. Все девушки это любят. Точно, спасибо, пап. Смотри, я купил ей букет. Розы? Вот глупец. Лучший цветок – это елка. Иди уже на свидание, несчастье. Привет, пап. Ты не видел моей баночки с конфетами? Она была где-то здесь. О, вот же она, мои конфетки. Что? А где все желейные мишки? Они убежали. Какое разочарование. Сын ушел? Фух, можно доставать вкусняшки. Как хорошо я придумал спрятать мишек. Вот зачем Санте длинная борода. Мой посуду тщательнее, Клаус-младший. Вот, вытри тарелку, эльф. С радостью. Эльф по привычке заворачивает тарелку в подарок. Это профессиональный рефлекс. Все, парни, я пошел. Заберу последние подарки. Эта коробка не влезает. Что ты туда уложил, эльф? Ничего, я с ней справлюсь. Упс. Кто спрятал сюда эту тарелку? Вы хотите испортить мне весь праздник? Глупые существа. Вам нельзя доверить ни Рождество, ни посуду. Теперь эльфу придется решать тарелочный пазл. Пап, проснись. Я хочу обновить свой стиль. Смотри, давай купим мне эту шубу. Ах, жертва моды. Сейчас я покажу тебе реально крутую шубу. Жди здесь. Вот она, моя красавица. Что там, папа? Это она, королева всех шуб. Вау! Примерь. Ох, и пыльная. Ну, как я выгляжу? Тебе очень идет. Прямо как твоему папе в молодости. Настолько связывает с этой шубой. Теперь она твоя. Что попросить на Рождество? О, я хочу вот эти духи. Папа! Пап! Пап, ты где? Да, дочь. Папочка, я хочу в подарок эти духи с ароматом лесной свежести. Без проблем, Сантана. Папа подарит тебе свежесть. Вот мой подарок. Что это? Освежитель? А? Ты же просила аромат лесной свежести. Вот тебе пахнущая елочка. Папа Санта все выполнил. Ну, спасибо. Я могу весь день провести на диване. Клаус-младший, ты снова валяешься на диване. Это вредно для здоровья. Идем займемся спортом по моей фитнес-программе. Вот он, мой зал для тренировки бицепсов. Приведем тебя в форму. Как тяжело. Главное упражнение – погрузка подарков. Живее, Клаус-младший. Еще три подхода. Постираю свою белую рубашку. Готово. Что? Она стала розовой. Но почему? Мой мешок уже постирался. Спасибо, что поставил стирку, сынок. Понравилась наша семья Санты? Тогда пиши в комментариях, хотелось бы тебе, чтобы Санта-Клаус был твоим родственником. И обязательно подписывайся на наш канал,
Ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые видео на канале Вуху.